Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3, урок 8. Реши примеры в тетради по образцу. Что ты замечаешь? 70 минус 8. От 0 8 не отнимешь. Занимаем у 7 и от 10 отняв 8 получаем 2. 7 с точкой – это 6. Сносим шестерку. От 70 отнимаем 7. 70 минус 7 у нас получается, что от 0 7 не отнять. Заняли у 7, 10 вычли 7, получили 3. 7 после того, когда отдала 1 десяток, осталось шестеркой. 70 минус 6. От 0 6 не отнимешь. Занимаем у 7. 10 минус 6 будет 4. 7 с точкой – это 6. 70 отнимаем 5. 10 минус 5 будет 5. А семерка превращается в шестерку. 70 минус 4. От 0 4 не отнимешь. Занимаем у 7. 10 минус 4 – 6. 7 после того, когда отдала 1 десяток, у нее превратилась в шестерку. 70 минус 3. 10 минус 3 будет 7. 7 после того, как отдала 1 десяток, превратилась в шестерку. Мы должны записать и решить следующий пример. Это будет пример 70 минус 2. От 0 2 не отнимешь. Занимаем у 7. 10 минус 2 – 8. Сносим 6, так как 7 на 1 десяток уменьшилось. Что мы заметили? Что в каждом следующем примере вычитаемое уменьшалось на единицу. А уменьшаемое оставалось всегда неизменно. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.